Чаптер 2, воскресенье, Максим Шусатый. Дед Виталик. Хотел было пинпоинтером поелозить, но на камеру не получилось, так как монетка просто выпала. Кто это, не знаю, наверное, полушка. Вот такая вот малюсенькая, грустненькая. Но руки мастера сделают из нее красавицы. Ладно, роем дальше. Сегодня очень ветрено, не знаю, что будет слышно. Вот. Дед Виталик, там усатик. У меня какая-то средневековая хренька попалась. Тяжеленькая, толстенькая, с отверстием посередине. Отмыть нечем, только дома. Вот. Что это такое? Пес ее знает. Ага. Луковка попалась. Хорошенькая. У нас тут импровизированный тест приборов был. Сейчас только что. Максим Штера. Значит, Тера показала хрен пойми чего металл, а Жигуль показал наличие монетки. Вот так вот. Копай, короче. Вроде. Ну, в общем, перстень, верхушка без камня. Очень жаль. Можно было бы оставить и верхушку, но с камнем. Эх. На Руси поднялся сильный ветер. Ну вот. Тихо, тихо, тихо. Ну вот, в общем-то, попалась чешуйка на фоне следов Максима Максимовича. Пропустил, вот он, его прибор, чешуйки серебряные бьют в чернину. Вот, ну, у меня, кстати, Жигуль, вот что показывает. Это значит правый лепесток креста, левый у картауса. Ну, скоро крест соберем целый. Дед Виталик идет. Чешуйка Петра. Грубо сказано, но медь в хорошем состоянии, рисуночек есть. Вот, ну прям вот, вот так вот, без лопатки. Максим Максимович, Виталик кресты копает. Чешуйка. Да, сегодня у нас уже два целых креста. У меня, кстати, половинка вот такого большого есть. И я не понял, что там посередине. Ага. О, можно спаять. Отлично. Да, малыш хороший. Надо у Максимыча спросить, кто это. Что-то непонятно даже, да? Вот, там? Да, вот я тоже видел такие символы, но это вот надо у него спросить, что это за месяц такой. Давай сначала мы его пощупаем. Да.
У меня сегодня пока ни одного креста, между прочим. От слова вообще. Да я и ничего. Вот на одном месте. Давай, мой быстрее. Три креста. Руки трясутся уже. Ну ладно, ладно, ты прям кёрхером. Ага. Чёткий. Чешуйка. Малышка. Ну, пожалуй, последняя чешуйка на сегодня. Надо ехать. У Виталика сегодня одни кресты. У усатика и кресты, и чешуйки. У меня сплошь одни чешуйки. Вот так вот. Вот такая вот у нас тут Русь.